подкрепит. Вот он отказался, скрин. Она еще маленькая. У УИП это очень важно, чтобы максимально была заполнена грудная клетка. Но это юниор. Нет, просто при прочих равных. При прочих равных должна быть очень хорошо заполнена грудная клетка, потому что это беговая собака, и это основное место, где располагаются важнейшие кровеносные сосуды, сердце и легкие. Поэтому нужен вот это. А если нет груди, где там будет это помещаться? Все, по одной на стол. Оксана, стой спокойно. Привет. Меня уже ставит как кошмар. Сляпалась, зараза. У них потому что чудные морды очень большие промежутки. Салфетки влажные. Матвей, салфетки влажные, дай бегу. Все полное. Значит, пару. Поставьте ко мне сюда. Есть. Кому нужна салфетка? Кому нужна салфетка? Мошенник ты не сняли. Что за странные люди? Почему в правой руке? А почему собака в правой руке-то? В левую руку собаку переложите. Главный недостаток этой собаки – это ее хозяйка, потому что она не сделала правильную ринг-дрессуру. Собака, так как юниор, получает оценку отлично. Ждем дальше. Пожалуйста. Борис, вперед. На стол. Маленькая собачка потащила. А чик разве стоит? Стоит. У нее там бокал. Совсем уже неприлично. Клара. Хорошо под речками поместились, да? Тоже, по-моему. Ага. Каждый раз туда под него. Прочел я в домике. Сколько лет? 10 месяцев. Давай, Ларис, спокойно. Только не тряси, папа. Спокойно, папа. О, молодец, побежал, хорошо. Вот ты побежал на полусумме. Пардон. И очень типичные движения, они передними конечностями, как зубы сбивают. Разные степени собранности. Как газонокосилка. Давай, покажи. Не пошире нужно поставить, пошире. Очень красивый бокал. Все, спасибо. Маленькая, очень красивая. Где у нас девушка была такая интеллигентная? Идите сюда. Девушка интеллигентная, заниматься в ринг-зал. Вам даю оценку отлично. Второе место. Вам победитель класса. Очень хорошая собака. Молодец. Умничка. Давайте на первое место. Дальше. Так.
Сейчас. Так. Сколько промежуток? Одна. А ее нету. ЛПП. Да. Лариса, поздравляем! Молодец!